прошлую зиму, весну точнее, в мае многие жаловались, что не перезимовали корейские хризантемы. И у меня тоже на этом участке не перезимовали. И я забирал, ну у меня дома есть сейчас черенки, так сказать, дубль 2, забирал домой поросль и укоренил. Давайте посмотрим, как перезимовала у меня корейская хризантема в эту зиму. Укрытие я сделал вот таким. Я уже вижу, что перезимовала. Краешек вот открою. Видим поросль. Вот она. Все отлично. Полностью открывать не буду, потому что еще холодно. Откроем сейчас по разным углам. Вот так я набрасываю ветки для снегоудержания. Давайте с этого угла еще откроем. Посмотрим. Вот они. Укрытие сделал такое огромное. Хризантема. Опа. Вот она, поросль. Все отлично. Перезимовала. Я специально оставил такие торчки, чтобы было у них воздушное пространство. И здесь тоже видно. Вот они перезимовали. Все, значит, в этом году будут кусты хорошие, богатые. И то, что я черенковал, остались остаточки, я их раздам по знакомым. С хризантемами заканчиваем видео. Вы были на канале Клуб садоводов Хабаровск. С вами я, Александр.